Врачебное сообщество пытается, наоборот, законсервировать систему лечения, которая принята сегодня. Вот я разговаривал с своим другом. Он является главой фирмы Bayer по выпуску новых лекарств. Бизнесмен, член тоже WPO, как и я. Да. Мы с ним говорили о двух системах здравоохранения, которые существовали в Советском Союзе и существуют сегодня в мире во всем. И в России она теперь тоже стала стереотипной. В Советском Союзе врачам платили деньги из бюджета. Им не надо было зарабатывать. Поэтому любые новые лекарства, любые разработки, они были welcome, они были приняты. Наши врачи были очень во многих дисциплинах врачебных впереди гораздо всего мира. В Америке совсем другая ситуация, вам надо зарабатывать. Как вы будете зарабатывать? Конечно, чем дольше вы лечите больного, тем вам больше денег он приносит. Поэтому надо сказать, что Альцгеймер неизлечим, диабет неизлечим. Да? Чем больше вариаций всевозможных лекарств вы выпустите, тем лучше, тем больше вы продадите. Поэтому нужно лечить не болезни конкретные, а конкретные проявления, то есть симптоматику. Вся медицина мира сегодня симптоматична, она лечит симптомы. Но рассказать вам что-нибудь, чтобы было понятно людям, если вы это вставите. Вот, допустим, что-то случилось с вашей почкой, она перестала чистить азотистые соединения, достаточно так, как она должна это делать. Что происходит? Почка дает сигнал в мозг. Мы уже знаем как, через макрофаги. И мозг увеличивает ваше кровяное давление. Что с вами происходит? Вы тут же бежите куда? К кардиологу и говорите, у меня давление повысилось. Кардиолог говорит, нет проблем. Самое лучшее средство, раз вам депрессант, и ваше давление прибили. А почка-то не может работать. Она просила мозг прибавить давление крови, чтобы чистить нормально азотистые соединения. Они же никуда не делись. Куда она их девает? Она их выбрасывает в межклеточное пространство. Да? Они путешествуют по всему вашему телу. Где они скапливаются? В суставах. У вас заболели коленные суставы, у вас заболел позвоночник. Куда вы идете? К остеопату. Остеопат говорит, колени, я специалист по коленям, вот вам нестероидный препарат. Вы его начинаете принимать. Куда бьет в первую очередь нестероидный препарат? По почкам. Почка орет уже, кричит, я погибаю. Я не могу выполнить функцию. Вы же убьете организм. Примерно так она разговаривает с мозгом. Мозг повышает давление крови. Вы куда идете? К кардиологу. Кардиолог говорит, ой, не помогает. А вот наиболее сильное средство. Он вам дает такой депрессант давления, что у вас оно снижается. И что дальше вас ждет? Инсульт. Очень мало крови поступает в мозг, снизив давление до такой степени. А надо было лечить что? Почку. Ничего бы этого не было вообще. Понимаете? Я разговаривал как-то с одним американским доктором, светило, на одном из конгрессов. Что-то ему начал говорить, он говорит, вы знаете, Артем Михайлович, я не знаю то, что вы говорите, я не имею понятия. Я самый лучший специалист в мире по среднему уху. Вот среднее ухо я лечу лучше всех в мире. Вы что-нибудь хотите об этом узнать? Я говорю, да нет, вроде нет. Но вы знаете, других органов я не знаю. Это как-то не относится к тому, что я делаю. Вот что творится. И будущее, конечно, всего вот этого хозяйства, оно должно рухнуть в первой половине, даже, считаю, в первое двадцатилетие нового века, вот нашего сейчас. Где-то к 30-му, к 40-му году медицина должна претерпеть абсолютно кардинальные изменения. Это сегодня самый главный инновационный тренд. Мы должны перейти на то, чтобы лечили с помощью настройки иммунитета человека. На причину болезни, которая, вылечившись, уберет все остальные последствия, все симптомы. Вот вы сейчас сказали о СПИДе. А вы знаете, что у нас есть ученые в России, которые лечат СПИД за 12 дней? Вот я сейчас это сказал. Меня же надо уничтожить. Вы представляете, на что я замахиваюсь? На какую индустрию? На какую огромную, не знаю чего там, деятельность человеческую по борьбе со СПИДом, на все эти конференции, на все эти страшные хосписы, на все. А я говорю, СПИДа нет. СПИДа нет. У человека десятикратный запас иммунитета при рождении, который не расходуется. СПИД – это ситуация, когда за счет вируса
за счет других каких-то вещей выключается иммунная система человека. Нет понятия иммунодефицита, это обман. Есть понятие выключенного иммунитета. Как включить иммунитет у человека? Вот что такое вылечить СПИД. Как его включить? Могу рассказать. Дело в том, что когда рождается ребенок, вот он еще в утробе матери, один из органов в нем составляет 1/3 веса. Знаете какой? Вилочковая железа. Она находится вот здесь у человека, у эмбриона. Вилочковая железа – это орган, который тренирует иммунитет родившегося ребенка. Почему ребенок тащит все в рот? Не надо бить его по рукам. Он тащит разную заразу и тренирует иммунную систему. И чем больше это тащит, тем лучше. К 12 годам вилочковая железа становится маленькая, вот почти такая. А у нас с вами ее нет просто. Это редуцированный орган. Потому что он считает, что я все сделал, я обучил иммунитет, теперь я не нужен. Он редуцирует. Но когда мы говорим клянусь, куда мы руку кладем? Не сюда, вот сюда. Вот здесь она находилась, вилочковая железа. Главный орган человека. Весь мир пытался синтезировать ферменты вилочковой железы. Даже, по-моему, швейцарцы получили Нобелевскую премию за синтез каких-то 2-3 там участков ДНК. Но никто не смог сделать эффективное химическое такое соединение, которое бы работало как вилочковая железа, обучая наш иммунитет. И что тогда? А тогда мы вдруг обратили внимание, что есть животные, крокодил, например, но есть более сильное животное, которое не болеет ничем вообще. Есть животное, которое убить можно только выстрелом в голову или в сердце. Если в него попадает пуля в любое место, оно вылезает из него и остается маленький шрам. Это животное ничем не болеет всю свою жизнь. Живет вот с такой вилочковой железой. Кто? Нет, тюлень. Он живет во льдах, он ныряет 200 метров, у него нет кессонных болезней. Он весь исполосан различными винтами, у него не бывает воспалительных процессов вообще. И вот наши ученые, взяв этот природный экстракт из железы вилочковой тюленя, оказалось, он подходит человеку. Если этим экстрактом проколоть, грубо говоря, человека, восстанавливается иммунная система, иммунные ответы, запускается иммунитет, проходит иммунодефицит, так называемых, в кавычках, его нету. Просто в этот момент включается то, что выключилось. По каким-то причинам. Да, может быть, нужно еще убрать вирус, там еще что-то проделать. Но СПИД лечится. Не залечивается, не пролонгируется на много лет, чтобы этот бедный больной СПИДом ходил к вам каждый день и платил деньги. Понимаете? Это все на перепутье было, эта медицина еще у Авиценны, у древних вообще лекарей, да, и она пошла неправильным путем. Она не пошла в сторону лечение человека самим человеком. Сегодня даже Ганеман, Самуэль Ганеман, человек великий, который придумал гомеопатию, в России обозвали шарлатаном. А что делал Ганеман? Ганеман говорил, подобное лечится подобным. Это же его формула была. Он разводил в 50 тысяч раз, допустим, возбудители холеры, чумы, пил это сам и вылечивался. А как? А мы теперь знаем как. Попадая в кровь, маленький вирус, разведенный вот этот самый возбудитель в 50 тысяч раз, он более эффективный, кстати, чем разведение в 10 тысяч раз. Вот что делал Ганев, он показал. Что такое гомеопатия? Это крупка, а на ней какой-то маленький сигнал, больше не нужно. Но он достаточный, чтобы макрофаг его схватил, понес в мозг и сказал, у тебя чума, срочно принимай меры. Вот что такое гомеопатия. Гомеопатия лечит. Это реальная совершенно технология, которая придумана в веках и которая совершенно безмозгло была уничтожена в России этим постановлениями. А на самом деле нет, не поэтому. А чтобы опять наши врачи процветали, чтобы лечить подольше, чтобы продавать побольше в аптеке. Вот же что движет. Поэтому, когда мы говорили с этим парнем из Байера, он говорит, Артем Михайлович, модификация лекарства. Допустим, Панадол, а мы выпускаем Панадол Плюс. Стоит модификация 60-70 миллионов долларов, чтобы выйти на рынок. Но потом мы получаем 700-600 миллионов. Поэтому огромные гиганты фармацевтические.
И только они могут вывести новое лекарство на рынок. Даже что бы вы ни придумали, вы не можете без них пройти все эти стадии, да, тем более за рубежом, FDA, все эти, да, регистрации. Поэтому медицина себя защитила, вот защитила медицина, простите, я оговорился. Бизнес в области медицины себя защитил так, что поломать эту систему будет очень сложно, практически сложно, понимаете? И поэтому Советский Союз, где развивалась медицина, не исходя из заработка врачей, не исходя из этого, сейчас мы уже в этом же поле находимся. Сегодня врачам выгодно лечить, особенно в поликлиниках, где можно брать за какие-то процедуры деньги –